на СТС. Давайте знакомиться с участниками! Какие все яркие, классные, на стиле вообще просто. Ну а это все не важно, главное, чтобы вы были смелыми ребятами. Итак, каждый выберет себе участника. И сколько раз этот участник вздрогнет, столько баллов наберет и ведущий. Тот из нас, кто к финалу наберет больше всех, сам будет испытан на удивительных механизмах нашей фермы. Сдаем все ложки в кувшин. И сейчас мы будем выбирать себе личных участников на первое испытание. Кто мне достался? Кто? Кто это? Это я. Это ты! Меня зовут Адель, я модель. Я участница реалити-шоу в Тимати. Я пришла сюда показать, какую девушку он потерял. Адель-модель. Как псевдоним для ТикТока. Модель-Адель. Адель-модель. Она пришла на сеновал в каблуках. Это, понятное дело, уже сильный персонаж. Кто еще так может? Чего боятся модели? Тараканов, наверное, больше всех. Не боишься ударов током? А-а. А просто ударов? Не очень. Прекрасно. Адель, я уверен, что в первом испытании мы с тобой выиграем всех. Договорились? Окей, я постараюсь. Мне достался... Я вытащила богатыря! Здравствуйте, меня зовут Виктор, я курьер. Тот самый парень, который долго приносит еду. Я не дрогну. Мне кажется, страшнее всего, когда ты опаздываешь с этим заказом. Да, у тебя пицца, когда холодная, вот ты опаздываешь. Я подтверждаю! Точно не дрогнешь ни перед чем? Нет. Все, заклинаю, посвящаю тебя в рыцаре. Все, мы не победим, мы не победим. Мы не победим, вы не победите. Мы не победимы! Да. Так, ладно. Я знаю, кто мне выпадет на самом деле. Да, покажу. Ты почему-то про тебя не подумал. Всем здорово, меня зовут Сеня, в паспорте Арсений. Я приехал с города Нижневартовск. Это маленький городочек с большими амбициями. Пацаны, болейте за меня. Ну слушай, судя по фотографии на ложке, ты достаточно серьезный паренек. Ты здесь даже не улыбаешься. Серьезный город Нижневартовск, понимаешь, север. Слушай, а чего ты боишься, кроме гопников ночью? С третьего этажа тетю Лену или Валю. И все? Да. Ну, ты в курсе, что мы позвали тетю Валю на эту передачу? Ничего не боитесь, точно? Мы вообще ничего не боимся. Вообще ничего не боитесь. Я всего боюсь. Никто точно не трогает. Я очкую и стою. Ну, Сеня нормально. Сеня уже захотел втащить тому, кто это сделал. Адель, ты вроде тоже не дрогнула. Я не дрогнула, я просто оглянулась так вот так вот. Ну, Витя вздрогнул чуть-чуть. Я специально их, чтобы они думали, что я все боюсь. Это обманный маневр. Ну что, участники определены. Мы можем начинать первый раунд. Отправляйтесь в ангар для испытаний. Наша роковая шестерка держит свой путь к первому испытанию на другом конце фермы. Ну что, давайте смотреть, какое же испытание сегодня будет первым. Бешеная бочка! Ребята, если я правильно понимаю... А если ты правильно понимаешь. Это та самая бочка, да? Да. Которая была у меня? Да. Которая была... Да. Там, где я? Да. Тогда участникам очень не повезло. Я на себе это проверил. Опа, с моего начинаем, Сеня. Ну что, огнеопасно. Это Арсений? Да, это мой. Да, я не узнал. Ты его не узнал без шапки просто. Не узнал его. Ну я задрал мужик. А, нет, Арсений, то теперь узнал. Ну этот, не. Становиться? Это прям вот так вот, да, полностью телом будет? И нужно не вздрагивать, но у меня не получалось. Ну давайте, я не дрогну все равно. Все так говорят. А где задание-то само? Слушай, ты, короче, вот так стоишь, просто, ну типа, нельзя двигаться, потому что если двинешься, будет плохо. И летит на тебя так бочка. А потом темнота. Нет. И не помнишь. Потом, если ты что-то вот так делаешь, то ты летишь вот так вниз головой. И что, туда-сюда так после каждого? Да не, я не хочу. Да ты успокойся, Кинг. Можешь как-то обратно уже? Что-то меня вода это пугает. Она холодная? Ну, давайте посмотрим, что ваши из себя представляют. Ну, это понятно. Так. Итак, Адель. Моя. Адель-модель. Здравствуйте. Прошу вас.
Куда? Адель вам покажет, ребята. Вот увидите. И мне покажет. Всем покажет. Неужели меня макать вы так будете? Да. Адель, не дрогнешь, не будешь. Очень интересные игры у вас. Да, малыш, ты права. Виктор! О, уже понял, что будет происходить? Предположений нет, но я точно знаю, что я сейчас буду плавать. Буду мистером Флэпсом, или как его там? Мистером Крабсом. Который 11-кратный, по-моему, олимпийский чемпион по плаванию. Мне кажется, я еще башкой могу вот сейчас вот в эту врезаться. Перилу как раз-таки. Слушайте, он действительно высокий. Бассейн рассчитан на такого человека? Не знаю, сейчас проверим. Витенька, я всей душой поддерживаю тебя. Все будет супер. Ты ни разу не вздрогнешь, я в этом уверен. Я готов. Главное, чтобы у меня тут ватерлиния на лбу не осталось. Все, погнали, начинаем. Да что ты говоришь? Давай, Сеня, зарядись! Постараюсь, конечно, не вздрагивать. Наказание не очень хочется получать сегодня. Наивная моделька, Аделька. Только вы предупредите, когда что-то начнется, окей? А так можно было? Предупреждаем! Нажимать, да, будешь? У тебя такие красивые глаза, такая злая тетенька, наверное. А зачем тебе это вот вообще? Ну, наверное. А вот ты! Не надо было так делать! Зачем вода? Нет! Сеня, Сеня, ну что такое, а? Меня сейчас будут наказывать, да? Она даже мокрая выглядит очень красиво. Вы ржете, серьезно? Не дрогнул я. Моргнул! Моргнул! Окунайте давай! По кайфу просто. Можно еще раз? Витя, нет! Разочек еще. Я не моргнул. Я не моргнул. Блин! Ой, как с глаз волосы пошли. Дрогнул, Сеня! Чё ты? Чё ты? Помолчи, Сеня! Дружок! Это первый человек, который рамсил с бочкой. Это было сильно! Хоть кто-нибудь не дрогнул на этом задании! А тушь-то не потекла. Кайфово это делать? Признаюсь, я хотела бы, чтобы тут был твой бывший. Почему все девушки ненавидят своих бывших, я не понимаю. Молодец! Даже не моргнула, ресничкой не повела. А вы проверьте, у нее пульс есть вообще? Я не дрогнула. А, нет, говорит что-то, молодец. Ребята, я хочу увидеть эти мизерные цифры, с которыми модель Адель выиграла для меня первое испытание. Давай. Встречу с бочкой хуже всех пережила Адель. У нее 4 балла. У Арсения, Виктора и Мару по 3 вздрагивания. Ксения и Шамиль погрузились всего 2 раза. Я старался, честно. Ну, старался. Ну, когда эта синяя такая громадина железная на тебя летит, ну, это просто... Тут дергайся, не дергайся, и все равно моргнешь. Вода жутко холодная, хотя сказали, что 28 градусов, я вам не верю. Было изумительно, нереально, но вам не советую. После первого испытания у Вали и Артура по 3 балла, у Михаила 4. Это на 1 больше. Больше всех?
Что? Слушайте, а тут они все достаточно неплохо справились на самом деле. Мы ноздря в ноздрю идем, ребят. Модель в модель идем. Ну ладно, все равно это всего лишь первое испытание, я еще отыграюсь. Так что идем дальше. Ребятки, давайте выберем нового участника для следующего испытания. Кто хочет ко мне в команду? Ты? Все, тащу. Тащу тебя. Вот она ты. Меня зовут Шамиль. Я клиентский менеджер. Мой маршрут от дома до работы, и он мне надоел. Решил наконец-таки выйти из зоны комфорта и попробовать себя в шоу «Не дрогни». Шамиль, ну ты хорош, ты молодец, ты держался. Я старался. Чего ты больше всего боишься? Воздушных шаров. Стараюсь не ходить на дни рождения. Что? Да, потому что они резко могут лопнуть над духом. Ты обладатель самой редкой фобии. Ну, надеюсь, ты не подведешь меня. Ни в коем случае. Давай, смотри. Я не знаю, радоваться мне или нет, потому что у меня Сеня. Ну, ровный же пацан, ты чё так дрогнул? Бочка, здорово, понимаешь, Валюх. Да там еще, ну, вода. Я сразу в флешбеке с детства, как меня батя учил нырять. Он просто бросал меня в море соленое. Понятно. Ну, короче, жестко у тебя детство там было. Тетя Валя вечно трогала тебя, отец в море кидал. Ну, я надеюсь, что в этот раз все будет хорошо. Уверена. Все, ладно, посвящаю в рыцаре. У тебя все рыцари, а? Немного ли рыцари у нас здесь? Спасибо. Открываемся. Ну! Ага! Меня зовут Мару. Ору, ору, как смешно. Моя семья всю жизнь занимается сантехникой. И меня к этому привлекли. Я всю жизнь жила в Чертаново и в Бутово. Хочу доказать, что у нас на районе самые крутые пацаны и девчата. Я не дрогну! Скажи, чем ты занимаешься в сантехнике? Произвожу гранитные полотенцесушители. Шо? Что? Я не знаю, что это, но я уже хочу это. Давай, я в тебя верю, бро! Итак, Шамиль против Арсения и против Мару. Ловилища! Так, какой-то интересный конкурс. А чё это? Коробки. Так, магазин сувениров, сюрпризов. Я пока ничего не понимаю, на самом деле. Вот, днюха. Так, все, молчание. Арсений, собрались? Что, мне надо головой бить? Они будут вылазить еноты? Да, да. Ему лишь бы что-нибудь двоечку пробить, лишь бы головой что-нибудь ударить. Опа. А это моя, Мару. Твоя сейчас. Сколько коробочек. Ну, что ты думаешь, что там внутри? Шамиль, не дрогни. О, божечки. Покажи. Что происходит? Навыки бокса пригодятся? А задание в чем? Сейчас, сейчас. А если по лицу прям еще... Что? Не, вы что, сейчас серьезно? Смотрите, какую порцию накладывает наша девушка. Мама дорогая, я сейчас в натуре буду пироженка ярой. А, я понял. Значит, из коробки должно что-то появиться. И если человек вздрогнет, то его будут бить по лицу тортом. Выглядит вкусно, на самом деле. Я не прочь попробовать. Да не об этом думаешь, Шамиль. Какое-то умственное задание, кажется, будет. В общем, мне, видимо, что-то нужно угадать. Если не угадаю, в меня вот это все полетит. Да, да. Почему все думают, что это интеллектуальное задание? Это единственное, что не нужно делать на нашем шоу. Не надо думать. Что это натягивается, мужики? Мамонько! С вами играет Михаил из Сочи. Валя и Артур из деревни. И ваша задача угадать, что в цветных ящиках. Я спокоен. Ага, все так говорят. С вами играет Михаил из Сочи. Валя и Артур из деревни. И ваша задача угадать, что в цветных ящиках. Я спокоен. Ага, все так говорят. Можно я пойду? Дрогнул, дрогнул, Шамиль. Как он это сделал красиво-то, а? Они так резко вылетают.
Человек сладкая маска. Городу нужен сладкий герой. Дрогнула! Что такое, я не понял. Давайте нормально дерните там. Вот! Вот так я хочу! Прям в ухо! Прям в ухо! Как мы любим! Не дернуться, да? Конечно, не должна была. Да не было же, не дернулся. Как мама готовит. Походу, у меня такие щеки большие, что мне в рот ничего не попадает. Шамиль, я тебя не узнаю. Где его глаз, блин? А, он появился. Да хороший, я не моргнул. Офигеть! Как он от двоечки ушел, а? Раз, смотри. Замедленный повтор. Я шалею, в натуре вы камни, я вам говорю. Перекричал я тебя! А кто это вылазит? Как на них посмотреть, чтобы не дернуться? Я обращаюсь к своим друзьям. Если ваша вечеринка не похожа на эту, не вздумайте меня приглашать. Меня вообще на вечеринке не зовут. Серьезно? Позовите меня хоть куда-то. Может, пора выводы сделать какие-то? Давайте посмотрим результаты конкурса. Все участники оказались сладкоежками. У Шамиля, Виктора и Мару по 5 баллов. У Арсения и Адель по 4. Ксении досталось меньше всего. У нее 3 вздрагивания. Бах, вылазит бабка или клоун просто. Я просто вот так вот дергалась, и у меня вот это вот по 50 тысяч раз на меня летело. Спасибо большое. К моим фобиям воздушных шаров прибавилась еще и фобия страшных клоунов и чрезмерного употребления сладкого. После второго испытания у Вали 7, у Артура 8 и у Михаила 9, а значит снова больше всех. Я на первом месте! Молодец! Я второе! Мишань, ты что, расстроился? Я? Я вообще не расстроился. Мишань, все нормально. 9 баллов. Это только начало, сейчас будет больше. Потому что сейчас дальше будет. Главное, кому? Самому вообще, самому что? Самому кудрявому и девочке с белыми косичками. Самому. Ну ничего. И брам-брам-брам. Кто хочет быть со мной? С Михаилом победителем. Вижу тебя, Витя, чувствую тебя, выбираю тебя. Вот он, смотрите. Витя! Как ты это делаешь, Миша? Ну все, победа за нами, по-любому. По-любому, езжи. Езжи, я приезжу. Езжи, я приезжу. Класс. Я сейчас тоже выберу себя сильного соперника. Валь, выбирай меня, я не подведу. Так, Ксения сегодня у нас выглядит вот так. Опа, это я. Как у тебя дела после последнего конкурса? Замечательно. В этот раз я буду стараться еще больше. Еще больше набрать баллов, ты хотела сказать. Неправда. Нет. Да. Держимся, ребят, держимся, работаем. Я тебя попрошу не кричать, не вздрагивать. Не орать. Несмотря на то, что ты мару-ару. И самое главное, не слушать Валю. Так, сговорились. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Удачи тебе. Спасибо. И мне тоже. Но можешь это делать не на 100%, если что. Ну, ё-моё, ну красота ты моя ненаглядная. Всем привет, я Ксения Прокофьева, красотка-нереалка. И это моя подружка Курита. Я пришла сюда ради хайпа. Так, Ксюшенька, ну я хотел на самом деле с тобой поработать. Конечно, Артур, какие результаты самые лучшие показываешь? Ну, конечно. Ты не хотел. Продолжай в том же духе. Мы справимся. Да.
Походу, здесь они будут хорошечно кушать. Но у нас не было еще такого задания, где после того, как человек вздрогнул, ему нужно что-то съесть. Вот, пожалуйста, вот эту тортишку в лицо прилетало. Но это не обязательно было есть. Но они не против были. Очень страшно, не понимаю, что будет. Здравствуйте. На батю моего похоже. О! Моя Ксюшенька. Подожди, сейчас я свои очки протру. Ой, куда лечь? Лечь! Бунт начинается! Виктор! Мне очень страшно. Мару, ты у меня! В смысле страшно? Что тут происходит? Лежим, не двигаемся! Ой, здесь удобненько. Здрасте. Очень удобно, как на Феррари. Вы меня еще и разуваете? У меня педикюр не сделал. Сейчас мы тебе сделаем педикюрчик. Что это? Что это за палка у тебя? Интересная. Это меня что, током будут бить? Слушайте, а у нас такой симпатичный фермер. Я только заметила. Нагнись, пожалуйста, мне стрёмно, как учитель мой физкультуры. Ну, посмотрите. Это что такое? За что? Это семки, что ли? А так вообще all inclusive. Еда есть, массаж сейчас сделают. Четко себя чувствую сейчас. Для Вити это вообще просто фигня. И подушку можно подправить. Поудобнее ложиться, смотрите. Ну, давай исполняй мне между пальчиков моих. Щелкни мне из фоторужья. Удобненько валяться, но к чему это все? Я поняла! Я думала, я на троне каком-то деревенском, а это, походу, кормушка! Вы серьезно? Теперь ты в роли еды. Ну, судя по всему, сейчас птицы какие-то будут. Утки. Голуби, да? Курица, петух. А в лицо? А если клюнут в лицо? Клюнут в лицо? В лицо клюнут? Я вижу какую-то большую тень. Что это? Птицы клевать будем, да? Птицы? Ты в натуре там индюк, что ли? Если клюнут в лицо? Клюнут в лицо? В лицо клюнут? Я вижу какую-то большую тень. Что это? Птицы клевать будем, да? Птицы? Ты в натуре там индюк, что ли? О, божечки. Я не угадал. Лошадь? Какой красивый конь. На туре камень тычет. Настоящая лошадь! А, конь с нее будет есть. Почему здесь лошадь? Ну, она сейчас моргнет, явно. Что, лошадь? Еще и тата будете меня бить? Ай, только не толком. Не дергайся, ты дай коню поесть нормально. Хорош. Сдрогнул, а? Когда я дергаюсь, меня током бьет, да? Да, малыш, ты права. Я не знаю, что сказать. Мне страшно просто. У нее такая морда большая. Салам. Ну давайте, Витек. Ты что, голодный? Ты же... А, братишка, в натуре. Ты же их ешь вообще. И камень. Пап! Ой, как приятно. Что за ракурсы, блин? У нее сейчас вот такие ощущения там. Лошадка, я год лошади родилась. Мы спьемся с тобой, дедок. Мару, подумаешь, тебя ест лошадь. Не дрыгайся. Ксюша, как ты себя чувствуешь там? Очень страшно. Да не дергайся ты, а! Да как не дергаться? Она так приятно делает, что я аж... Это потрясывает иногда. Это как пилинг рыбками, только лошадь. Господи. Я пройду это шоу. Ты мою висюльку не употреби только.
Лоша, ты натуре конь не употребил. Да раздвиньте ноги, я не доел. А, салам. Это ненормально! Прикинь, еще одна лошадь. Они вдвоем начали есть. Это странно, очень странно. Не облизывай, засос поставить. У меня такой близости, слушайте, никогда больше не будет. Класс, хорошо, весело, молодцы. Смотрим результаты третьего конкурса. Больше всех лошади взбудоражили Ксению и Мару. У них по 9 вздрагиваний. Шамиль незаметно набрал 6. Арсения, Виктора и Адель били током по 5 раз каждого. Меня просто трясет. Меня лошадь цепанула за бочок. Не волчок, а это лошадь. После такой близости, боже упаси, я больше к лошадям ни на метр не подойду. А еще полежать? Естественно, когда только мне скажите, когда и какой адрес подойти, я приду самый первый. Лошади изменили ход игры. У Михаила 14, у Вали 16, а у Артура 17 полных баллов. Да, молодец! Класс! Ну, поздравляю, Миш, ты хорош. Наш последний раунд. Судьбоносный выбор новых участников. Мой четвертый участник. Я делаю сейчас ему УЗИ. И... это девочка. И зовут ее... Мару. Да ты моя Аделечка. Да ты забыл про меня уже. Аделечка! Тебя невозможно забыть. Мы просто закончим на том, с чего начали. Окей. Малыш, выложись по полной. Хорошо, как скажешь. Откройся зрителю, покажи, кто ты. Я открыта. Иди навстречу судьбе. Окей. Что, мне кажется, мы здесь полностью расслабились. У них какой-то семинар начался, я не понимаю. Все, собралась, присела. Курс Миши Галустяна. Так, Вить, я надеюсь, что это ты. Вить, ты немножко вырос на 20 сантиметров. Шамиля превратился. Шамиля! Привет. Шамиль, я надеюсь, я что... я не подведу тебя. Да. Погнали. Витя, прости! Еще 3. Мое солнышко! Конечно, соскучится. Ты меня ж в прошлом раунде 9 баллов принесла. Как не соскучиться? На первое место вывела. Но мне надо реабилитироваться, поэтому все правильно. Я правильно тебе выпала. Если ты сделаешь так же, то выпаду я в конце, в финале. Зато посмеемся. Спасибо. Я постараюсь, ладно. Для тебя постараешься? Чуть-чуть. Я в тебя верю. Ой. Смотрите, не дрогни, на СТС, где Михаил Галустян и начинающая модель пух и прах разрывают тиктокеров, блогеров и прочих нетрудоустроенных людей. Солнышко! Что это такое? Колесо удачи? Мне кажется, это как в детстве, нужно на качелях по кругу так кататься, тебя раскатывают сильно-сильно. Знаешь, такие теплые, приятные руки меня ведут, что даже не верится, что что-то будет страшно. Оп, моя Ксюшенька. Так, понежнее со мной, пожалуйста. Я вообще-то леди все-таки. Моя леди. А, и подождите. А вот и моя, Адель. Мамочка. Волнуюсь за твои косички, Адель. Только не вниз головой. Что здесь такого, что вниз головой? Она взбитые сливки просто покушала перед этим, ты помнишь?
Опаньки! О, божечки. Шамиль! Мы будем играть в лопающиеся шары? Подождите! Я больше всего этого боюсь. У нашего участника фобия на шарики! Заходить? Или выходить? Не, ну шарики прикольно. Шарики как будто на день рождения. Сейчас будут лопаться шарики? Мама, я не хочу! Тот ли это участник, который нужен мне в самом финале? А зачем нам эта кнопка? Почему она красная? Как думаете, поймет сразу или нет? Мне кажется, вы меня сейчас раскрутите, и весь мой обед, который я съела, окажется на вашем сене. Мы так тебя раскручиваем, тебя по СТС показывают. Ну, такой фермер, конечно, меня и без кнопки можно все что угодно раскрутить. А заулыбался мой я? А почему у него забрало? Может, у него будет что-нибудь кидать? Ножи? Ножи. Может, не надо? Топоры, я думаю. О, божечки мои. Офигеть! Киллер! Шамиль, я тебя умоляю, держись! Как страшно! Подождите. Видите, какая хорошая Миланина? Не нужно сломать. Давай, Адель, давай! Не могу! Еще ничего не происходит, она уже верещит. Ну что это? Пожалуйста, сними меня, мой хороший. Мы же с тобой в таких отношениях приятных. Давай, Ксюшенька, я с тобой. Ну сколько там этот стоит, давление? Просто скажите давление, сколько? Больше 2,5? Салам. Ну погнали, что? Мама. Ну погнали, что? Мама. Это все, я надеюсь? Нет, это не все! Полетела! Если я буду плевать... А нам обещала совсем другое. Дрогнул. Дрогнул. Хорош, детки. Слушай, ну сильно крутят, да, там? Мне не нравится эта карусель. Видишь, ей нравится еще. Блин, вздрогнула! Мне вообще-то подмышку отрикошет. Не дрогну, я не дрогну, я не... Не дрогну! Повелеваю, дрогну. Я не дрогнула! Я не дрогнула! Адель, Адель! Я тошнит. Можешь им с Шамилем познакомиться? У меня уже глаз где-то на затылке, мне кажется. Мне кажется, мне это лицом приснится сегодня. Фу. Ну ты фермер-подставщик просто полнейший. Ну что, пацаны, давайте. Молодец! Молодец! Ух ты! Медаль, это моя! А может мне постараться собраться и не дрогнуть? Конечно, конечно, давай! Я в тебя верю! Ну... Да стреляй ты уже!
давайте, сделайте меня самым счастливым ведущим на этой планете. Давайте, покажите мне результаты. Шамиль справился со своими фобиями на отлично. У него 5 вздрагиваний. У Адели, Виктора и Арсения по 4 балла соответственно. Ксению провернула 3 раза, а Мару дрогнула всего 2. Снайпером ее не удивить. Шары начали взрываться, и я просто настолько сильно стрессанул, что это было непередаваемо. Мне понравилось только вот единственное, вот это вот солнце крутящееся. Было стрёмно, реально. Все круто, все классно. Хочу еще. Но не это, а что-нибудь другое. По итогам программы у Михаила 18, у Артура 20, а у Вали 21 прекрасный балл. И теперь ее ждет испытание на прочность. Как вы там? Чу-чу-ку! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Ку-ку-ку-ку-ку! Бу-бу! Чей танцуете? Я впервые захотела ударить Мишу. На! Вот это поворот, конечно! 1 балл! Целый балл! Дорогие зрители, я знаю, что вам не терпится посмотреть, как будет проходить финальное испытание Валя Карнавал. За все, что она сделала в интернете, она должна ответить. А что? Я ничего плохого никогда не сделала. Именно никому поэтому ты должна за это ответить. Ничего плохого не сделала. Что? А пока Артур и Михаил готовят Валю к главному испытанию, давайте узнаем, кто из 6 участников дрогнул наименьшее количество раз. И это Арсений! Настоящая гроза района! Он оспаривал авторитет бочки! Ну, чё ты? Сам врывался в коробки к клоунам! Не кричал я тебя! Умиротворенно кормил ненасытных лошадей! В принципе, чё? И хохотал в лицо опасности! Валя! Раз, два, аккуратно. 3, 4. Аккуратно, ступенечка. Раз. Господи, хорошо, что я держал. Привет! Вот туда ты полезешь. Готова, Валюш? Ну вы же добрые. Мы очень добрые. Поэтому мы поставили тебе лестницу. Ой. Давай. Ребята, принимайте ее, она нам еще жива нужна. Зато я теперь выше вас обоих. Как низко мы пали. Я всегда в топе. Валечка, есть предположение, что сейчас будет происходить? Я знаю, что будет происходить после. Вы будете бегать тут, как сидоровые козы, понятно? Нет. Да. Да. Только не это. Давай вместо тебя я встану. Ха-ха. Ты думал, я так скажу, да? Мои друзья дебилы. У тебя нет друзей. Ты что смеешься? Что я вам плохого сделала? Меня променяла. Выбрала другого участника. Меня вообще ни разу не выбрала. Разбитые сердца. Валя Карнавал. Видишь палец? Я ненавижу вас. Не дрогни! Нет, это нечестно! Если вы думаете, что я дрогну, вы ошибаетесь. Валя, дрогни! Я не понимаю. Разговаривай с нами, что ты там застыла? Давай, бабич, поговорим с тобой. Что делаешь сегодня? Пытаюсь приехать домой сухой. Несите ведра с водой, мы лоханулись, бабич. Что за фигня, Миш? Да я не знаю, я по себе мерил, вроде как бы нормально. Давайте ванну поднимем все пацанами. Валя, ну ё-мать, дайте ладно, покажите. Ладно. Мы что, набирали воду зря, что ли? Дрогнула! Мозгу затекла. Она всегда там была. Реально вносу все. Дорога!
За ручки держись, Валюша! Ты ее прям такая неси до пола! Валя Карнавал! Встречайте! Валюш, а знаешь, у нас есть сюрпризик небольшой. Еще раз. Мы сейчас с Мишей уходим и оставляем вот эти кнопочки им. А они что хотят, то и пусть и делают. У каждого по 12 нажатий, у каждого. Все, да, давайте, жмите. Пока. Пока. Власть в наших руках. Орва.